Прежде чем выкладывать на YouTube, нужно настроить свой аккаунт. Нажмем на свой аккаунт, перейдем в творческую студию YouTube. Настройки. Здесь у меня настроено название канала. Вы можете поменять. Страна и ключевые слова по умолчанию. Ключевые слова появляются при выкладывании видео на YouTube. В расширенных настройках у меня поставлено, что канал не для детей. Ну, всякая мелочевка. И для вас главное вот эта настройка доступность функций. Здесь у вас недоступно выкладывание видео больше 15 минут, если вы не подтвердили свой номер телефона. Вам нужно подтвердить свой номер телефона, и после этого у вас будет доступно выкладывание больших видео. Ну, а дальше настройки все достаточно стандартные. Тут разрешение сообщества это в дальнейшем, если вы будете делать большие сообщества. В принципе, вот этой настройки доступность функции на данный момент вам достаточно.